Площадь Гагарина собрала любителей железных коней. В Ростове прошли первые показательные выступления по мото-джимхане. Мото-джимхана – это спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются в маневрировании на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий. Именно с целью пропаганды безопасности дорожного движения, с участием мотоциклистов и популяризации такого направления в мотоспорте, как мото-джимхана, провело данное мероприятие общественное движение «Мото-джимхана Ростов». Министерство в любом случае такие мероприятия будет приветствовать и поддерживать по возможности, по одной простой причине. Это, во-первых, популяризация грамотного ответственного отношения к автомотоспорту, это популяризация грамотного и ответственного отношения к соблюдению правил дорожного движения. То, что мероприятие сегодня проходит, это популяризация даже здорового образа жизни. И это, конечно, отвлекает молодежь от всех негативных каких-то направлений. И здесь, конечно, сегодня участвует очень много фанатов, которые именно любят это делать. Среди любителей езды на мотоцикле мы встретили Дмитрия Крепака, студента ДГТУ. С 15 лет он начал увлекаться мотоспортом. Сейчас Дмитрий ездит уже на европейские фестивали по мотогонкам, совмещая учебу и свое любимое дело. Он добился своей цели – стал мотогонщиком российского супербайка, ведущим пилотом команды RMC. Наша команда вся проводит свое все время, это в Европе. Мы выступаем за Россию. И во Франции. Учеба с спортом у меня смешанная получается, потому что у меня бывает накладывается сессия на гонки в эти даты, и, безусловно, мне университет помогает, отпускает на эти даты, я просто, получается, сдаю раньше сессию, досрочно сдаю. Все преподаватели в курсе, чем я занимаюсь, и многие разделяют со мной этот спорт. Да. И следующее мероприятие планируется в октябре, автомотошоу. В нашей команде будет Бесаран Чехович-Мески. На фестивале мото-джимханы все желающие могли поучаствовать в эстафете. Пилоты должны были вести мотоцикл так, чтобы пассажир не расплескал стакан с водой. Да, это надо уметь. Проехать в седле, не пролив ни капли. Причем проехать на время. Нам нравится мототехника, увлекаемся мотоспортом, автоспортом. Поэтому решили попробовать. Очень замечательно, призываю всех кататься. Сегодня мы проехали по конусам, не разлили воду. Это было столько адреналина, советую всем. Этому виду спорта необходимо уделять особое внимание, ведь он вырабатывает навыки безопасного и правильного вождения мотоцикла. Навыки, которые мы получаем на джимхане, без них нельзя ездить. Вот так категорично. Около главного корпуса ДГТУ горожане увидели самые разные мотоциклы, узнали, что такое мото-джимхана, получили заряд хорошего настроения, а кое-кто из зрителей пополнил свой опыт вождения. Екатерина Коломиц, Никита Кордо, ДГТУ ТВ.